Ровно в 12:15 минута молчания прошла в разных уголках России в память о погибших в Великой Отечественной войне. Именно в это время, 22 июня 1941 года, прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз. В рамках общенациональной акции «Свеча памяти» по всей России зажглись свечи в память о павших в боях с нацизмом. В этом году из-за пандемии коронавируса акция прошла в новом формате. Каждый россиянин мог зажечь свечу онлайн. В преддверии Дня памяти и скорби в Петрозаводске прошла еще одна акция. Вдоль спуска к Онежскому озеру, в створе улицы Титова, члены правительства Карелии и сотрудники мэрии посадили более 170 кустов спиреи. Работы провели в рамках всероссийской акции «Сад памяти» в честь 75-летия Победы и приурочив их к последним этапам реконструкции спуска на набережной. В настоящий момент, на уже практически благоустроенном объекте, спуске, знаю, что в прошлом году в рамках подготовки к столетию работы здесь выполнялись. Соответственно, озеленение, было запланировано на этот год. Как заявили в администрации города, многолетние растения позволят подчеркнуть структуру спуска. Хвойные добавят зелени в зимнее время, а однолетние добавят красок. После завершения работ по посадке сада памяти также будут проведены работы по восстановлению прилегающих газонов.